В эти минуты стройнадзор Иркутской области проводит проверку законности возведения жилых домов на территории мемориала жертвам политических репрессий. И прямо сейчас на связи со студией наш корреспондент Артур Харламов. Артур, добрый день. Расскажи подробнее, что тебе уже известно, есть ли какие-то результаты проверки. Паша, добрый день. Сейчас я нахожусь в окрестностях села Пивовариха Иркутского района. И сегодня сюда приехали сотрудники органов стройнадзора Иркутской области. Тема – вот эти дома. 11 строений появились здесь совсем недавно. По информации сотрудников органов стройнадзора, эта застройка является незаконной, ведь она расположена на территории мемориала жертвам политических репрессий, расположенных в Пивоварихе. Сейчас сотрудники органов стройнадзора проводят визуальный осмотр участков. Уже выяснилось то, что помимо домов здесь открыжены участки по несколько соток. Кроме того, изучается проектная документация всего этого объекта. Также уже известно то, что все эти дома проданы частным лицам, которые уже даже заехали и проживают здесь. Установить о том, насколько это законно, предстоит сотрудникам прокуратуры. Именно им будут переданы все материалы, которые сегодня будут здесь собраны. Паша, у меня на этом вся информация на данную минуту. Спасибо. Артур, спасибо. Мы продолжим следить за развитием событий. Напоминаю, на связи с нами был Артур Харламов. Он вместе с сотрудниками Росстройнадзора Иркутской области выяснял, насколько законно строительство жилых домов на территории мемориала жертвам политических репрессий.